Выставочные залы Славянской картинной галереи вновь распахнули свои двери перед широкой публикой, чтобы представить новую коллективную выставку произведений краснодарских художников «Мир в моем окне». На выставке «Мир в моем окне» представлены работы молодых краснодарских художников Анастасии Дерезюк, Артема Артищук, Максима Прусова, Никиты Антоненко. Экспозиция включила более 40 картин и этюдов. В основном это пейзажи, захватывающие виды моря и гор, предгорье Кавказа, выполненные с натуры. На торжественном открытии выставки гостей и авторов работ поприветствовал председатель районного совета Григорий Литовко и начальник управления культуры Дмитрий Решмит. Я хотел бы от имени главы муниципального образования Славянский район Романовича Синеговского, от имени главы города Александра Борисовича Берсенева, совета района, поприветствовать вас на территории нашего муниципального образования. У нас стала доброй традицией после ремонта нашей картинной галереи встречать художников Кубани. Сегодня молодые художники Кубани. Очень приятно, что сегодня молодые художники представили нам такие красивые работы. Пройдя по залам нашей картинной галереи, мы с вами можем просто попутешествовать, отвлечься на какое-то время. И не просто попутешествовать, даже и по нашему краю, и выехать за пределы нашего края, и еще и восхититься теми красотами, которые нас с вами окружают, которые профессиональный чуткий взгляд художника и глаз художника смог уловить и мастерски отразить в этих работах. Поэтому, в первую очередь, огромнейшая благодарность нашим гостям за то, что они нам сегодня дали возможность окунуться в эту атмосферу, поделились с нами тем теплом, которое они ощущали, теми эмоциями, которые они ощущали, находясь на пленэрах, работая над полотнами. Огромное вам за это еще раз спасибо. Молодые художники выступили с ответным словом, поблагодарив Славянский район за представленную возможность показать свое творчество жителям другого муниципалитета. Это так важно, когда ты можешь реализовать себя в творчестве, показать это людям и получить замечательный отклик сегодня, например, на этом мероприятии. Вам большое спасибо всем гостям, которые сегодня пришли. Очень приятно. Отдельные слова благодарности и восхищения кубанские художники выразили месту проведения выставки – Славянской картинной галереи, которая после проведенной реконструкции полностью соответствует всем современным требованиям и может посоперничать с галереями Москвы и Санкт-Петербурга. Фантастическая, чудесная и уютная галерея оказалась. Освещение просто как вот напоминает мне мой Густо в Питере, где вот классическая живопись выставляется. То есть все есть шансы, что здесь будет в дальнейшем все проекты, которые будут здесь представлены, будут на высшем уровне, и хорошо очень подсветка сделана, мягкий свет стен. То есть все, живопись работает, графика работает, все здесь видно. Меня очень удивила атмосфера, потому что не каждый район, не каждый город маленький нашего края может похвастаться таким прекрасным помещением, а именно прямо галереи. Поэтому большое спасибо главе района, что способствует развитию искусства в вашем районе. Очень был удивлен, конечно, потому что, честно говоря, в других районах это как-то вот отчитались и забыли. А здесь вот прям с душой подход. Вот так, большое вам огромное спасибо. Работы, представленные на выставке, отражают эстетические переживания авторов, связанные с повседневной реальностью. В экспозиции 4 разных взгляда на мир, природу, вещи, которые окружают людей. Простые, без экзотики мотивы не удивляют, но заставляют остановиться, подумать о неповторимости каждого пролетающего мгновения. Будь то синева полуденного неба, игра солнца в оконном стекле или шуршание сухого листка на асфальте. Выставка получилась очень разнообразной и интересной по содержанию. Работы выполнены не просто на высочайшем уровне, но и с особым чувством. Живописные уголки природы Кубани представлены во всем своем многообразии и красоте. Познакомиться с выставкой можно до середины декабря. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».